После майских праздников в двух из 28 автобусов, курсирующих по маршруту номер 339 от Одинцова до станции метро «Парк Победы», появились рисунки на тему Великой Отечественной войны. Всего 24 картинки формата А3 и А4. Нарисовали их дети сотрудников Одинцовского филиала «Мострансавто» в возрасте от 5 до 13 лет. Я считаю, что каждый сюда вложил и всю душу, и все свое мастерство, поэтому для меня, победителей или нет, я считаю, что все они очень прекрасные и достойны. Идея детского конкурса рисунков «День Победы» родилась год назад. Тогда ее опробовали на филиале «Мострансавто» в Волоколамске. Сейчас решили провести акцию в Одинцове. Акция хорошая, заставляет детей обратиться к теме «Великая Отечественная война», посмотреть рисунки, фильмы, может быть, какие-то еще интересные источники и реализовать себя в рисунке. Лишний раз вспомнить, ведь память – это самое главное, что у нас сегодня есть. В будущем году конкурс планируется повторить. Возможно, тогда и участников будет больше. Ведь в округе много маршрутов, куда могут отправиться автобусы Победы. Изначально мы хотели запустить их по маршруту 339, метро «Парк Победы». Но на самом деле в городе Одинцово мест, достойных посещения таких автобусов с рисунками, достаточно много. И Власиха, Краснознаменск, Кубинка, само Одинцово. Множество направлений. Всем участникам конкурса вручили грамоты и сувениры. Но главной наградой стало всеобщее признание юных художников. Их рисунки теперь видят все пассажиры автобусов Победы, которые будут курсировать до конца мая. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».